Всем привет, дорогие зрители! Нашел Махмутларе четырехкомнатную квартирку, которая смотрит на южную и восточную сторону. Вид на море, вид на горы. Квартира двухуровневая, дуплекс на 10 этаже проекта. Я уже здесь снимал, у меня здесь есть как раз трехкомнатная квартира по очень хорошей цене. Если кого интересует, обращайтесь. Значит, инфраструктуру я показывал в том ролике. Здесь бассейн, генератор, душевая часть, здесь бананы, фрукты, овощи и тому подобное. Можно сажать и кушать, когда будут спелыми. Здесь у нас выход, расстояние до моря, море в той стороне, 335 метров максимум. До Барбаросса отсюда 80 метров расстояния. Рядом присутствует инфраструктура вся для жизни. Маркеты, рестораны и тому подобное. Значит, у нас также есть вход с той стороны. Покажу. Вот такое здание. Повернись. Вот такое здание. Тут просторные балконы. В квартире у нас 4 балкона. Вот отсюда также есть вход. Теперь поднимайся в квартиру. Кого интересует недвижимость в Алании, обращайтесь, поможем, чем можем. У нас есть очень много вариантов. Вот такая лестничная площадка. Присутствует 2 лифта. Вот, вошли в лифт. Вместимость 3 человека. Поднимаемся на 10 этаж. Поднялись мы на 10 этаж. Айдат у проекта 150 лет. Вот такая площадка лестничная. В квартире 250 квадратных метров брутто. Жилая площадь здесь где-то 210 квадратных метров. Начну я с этой стороны. Здесь у нас санузел такой просторный с ванной. Так, свет надо включить. Глянем. А, есть свет? Есть. Все. Так, здесь у нас просторная спальня. Что-то свет нету. Просторно-хозяйская спальня с своим душевой кабинкой такая. Санузел здесь. Вот. Так, балкон. Вот такой круглый балкон. Потрясающий вид на горы. Море хочу показать. Смотрите, дорогие зрители. Море. Так, ляпота. Идемте дальше. Очень хорошая квартирка по очень хорошей цене. Пока не буду говорить. Здесь вот такая лестница у нас мраморная, которая поднимается на верхний этаж. Пройдемте в другую спальню. Такая дополнительная спальня. Здесь где-то 11 квадратных метров. 11 квадратных метров, да. Так, идемте в гостиную. Просторную. Такая гостиная. Потрясающий вид на море. Отдельная кухня. Красота. Бытовая техника Vestel. Турецкая марка, как бы. Все Vestel. Духовка Vestel, плита у нас Kumtel, вытяжка фирмы Kumtel. Здесь у нас вот такой маленький балкон, тоже с видом на всю Аланию. Вот. Так. В этой стороне у нас еще один балкон просторный. Вид на горы, на здания, на бочки и на море. Вот такой просторный балкон. Поднимаемся наверх.
И здесь такая гостевая комната, скажем. Отдельно гардеробная. Тоже не маленькая там глубоко. Здесь санузел верхнего этажа, стоит накопительный электрический водонагреватель, система комби называют турки. Вот такая просторная здесь. Ну, спальня, или как вы хотите, так и можете сделать эту комнату. Выйдем на террасу огромную. Ох, как красиво тут. Ох, какая красивая терраса. Очень просторная. Ого, жгет ноги. Ого. О, здесь даже у нас продолжается, дорогие зрители. Сюда выйдем. Вот такая большая терраса. Посмотрю-ка быстренько, крепость видна отсюда? Нет, крепость не видна. Это здание закрывает. Вот море, вот дорога. Отсюда вышли, и вы у моря. Пойдемся обратно. Дорогие зрители, хочу подвести итог о этой квартире. Проекту 10 лет. Квартира находится на 10 этаже. Рядом присутствует вся инфраструктура для жизни. Инфраструктуру здания вы сами увидели. Айдат 150 лир. Квадратный метр здесь брутто 250 с террасой всей. Но жилая площадь в общем 210 квадратных метров. 3 плюс 1, 4-комнатная. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 101 500 евро. Срочная продажа. Обращайтесь. Квартира очень просторная для большой семьи. Все. С вами был мистер Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.